Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео хочу с вами поговорить про подсадки. Я не буду рассказывать, для чего нужна каждая подсадка, как на нее заехать, потому что это все видно, карта на полэкрана, все понятно и очевидно. Чтобы на них заезжать, нужно, конечно же, их тренировать. Если вы не будете тренировать, то вы будете заезжать на них очень редко и случайно. Подскажу вам такой секрет: на сложные подсадки заезжать нужно таким образом. Если вы смотрите видео, допустим, чье-то, где была исполнена какая-то подсадочка, вы просто запоминаете по следам на земле какие-нибудь приметы яркие, допустим, там какой-то камень или пятно на земле, запоминаете его и по нему заезжаете. Так будет легче всего запомнить, в каком месте нужно заезжать, и вы будете это делать намного чаще. Также рассказывать, зачем каждая подсадка нужна, я тоже не буду, поскольку каждая из подсадок занимается очень редко и приносит пользу очень редко, особенно в рандомных боях. Эти все подсадки в основном для ГК, укрепов, кланов и киберспорта, которого в картошке нет. В основном на подсадки едут танки, которые должны собирать информацию по бою, для того, чтобы полевику было легче ориентироваться в бою и чтобы он мог придумать тактику такую, чтобы победить врага. Для этого нужно собирать в бою информацию. Чтобы собирать эту информацию, нужно залазить в такие места, в такие кусты, в такие подсадки, чтобы можно было подсветить в том месте, где нужна информация. Вот, в принципе, в чем суть. Также еще очень большая популярность подсадок почему-то у всяких там детишек имеется, да и в принципе у большинства танкистов тоже почему-то интересно, куда же там можно залезть. Но допустим, на мой взгляд, то, что хочет сделать картошечка, это закрыть все подсадки полностью. Возможно, останутся какие-нибудь простенькие там заезды на холмики или еще какая-нибудь фигня. Мне кажется, что это делается все зря. Наоборот, нужно было бы развивать подсадки таким образом, чтобы был баланс по подсадкам, было с каждого респа по подсадке, чтобы было чем развивать свой скилл, учиться на них заезжать, тренировать их и поддерживать тренировки для того, чтобы не забывать, как на них заезжать. Это можно было бы все развивать, и это было бы прикольно, интересно, и это было бы еще одно пространство для контента, которое бы нравилось и танкистам, и зрителям, и в киберспорте, которого нет, и на ГК, и в укрепе, и везде. Но что делает картошка? Мы тут гольки застреховали. Застрехованная голька — это там, где нельзя быть, поэтому мы закроем. И закрывают невидимыми стенами. Зачем? Хотя бы уже закрывали скалами, просто больше бы скал делали, чтобы было видно визуально, что здесь все, нет проезда. Визуально понятно, что здесь не заехать. Мы не можем, мы невидимую стеночку. Вот, там не надо заезжать. Голька застлихованная, значит, неиграбельное место. Что это за бред детский какой-то? Когда еще русский человек искал, где там закрыто, не закрыто? Да он поедет все равно в эту хрень. Перевернется на твоей невидимой стене и скажет: вот картошка проклятая. Думаете, если гольку застлиховали, туда никто не полезет? Если невидимую стенку сделали, туда никто не полезет? Как по мне, это полная бредятина. Наоборот, туда еще больше людей будет переться. Конечно, со временем про подсадки, может быть, забудут. Через годик, через два, когда уже все позакрывают и просто на них забьют. У меня складывается такое впечатление, что картошечка хочет как можно дальше уйти от киберспорта, как будто бы это какая-то чума, зло или я не знаю. Как можно дальше? Все закрыть, все убрать, никакие, все, киберспорта нет. Уже даже Торнадо, там самая последняя команда, которая поддерживала своих игроков, и то ушла из киберспорта. Все, ни одной команды нету в картошке. Все, киберспорт рип уже полностью. Все, что можно было с киберспортом обрубить, они обрубили. Это, конечно, жесть. Непонятно, почему они так делают. Ведь турниры и всякие мероприятия такие очень любят люди смотреть. Это собирает онлайны. В каждой команде был какой-то человек, который кому-то был симпатичен. Он за ним наблюдал, как он играет. Брал с него пример, и это было прикольно.
Сейчас что, все киберспортсмены подались в медийку, стримят, и можно их посмотреть чуть ли не каждый день, и уже что-то не так особо это интересно за ними всеми наблюдать, поскольку их много, их всегда часто видно, и в принципе все. Это уже не что-то такое недосягаемое, они вот ближе ко всем стали, и все. А людям обычно чего хочется? Что-то там где-то высоко, недосягаемое, интересное и прикольное. А тут вот оно всегда, типа, чё? Не понимаю, чего хочет добиться этим картошка, они якобы в патче 1.4 закрывают все подсадки. Ну, по крайней мере, они сказали, там где горки заштрихованы, туда вы не заедете. Видимо, это еще приурочено к тому, что они вводят очень необходимые для игры, просто для моей жизни в первую очередь, важнейший класс техники – колесные драндулеты. Они вводят колесные шняги и, видимо, в честь этого решили позакрывать горки. Лучше бы они колесики позакрывали, а горки бы с подсадками лучше как-то попытались сбалансировать и обыграть этот аспект в игре. Поскольку в других играх, если что-то случайно как-то получилось и это прикольное и людям нравится, это разработчики пытаются обыграть. Допустим, в CSGO там всякие прокидки, подсадки, их оставляют, дорабатывают, там балансят и так далее. В PUBG сковородку случайно сделали непробиваемой. Это вообще вся фишка игры стала там. Везде значки сковородки, там на видосиках сковородкой добивают. И это оставили, что сковородка непробиваемая, сделали фишкой игры. В Кальтоське. У нас есть подсадки, киберспорт. Заклить. Какая еще фишка есть в картошке? Арта, фугасы, голда, неадекватные игроки. С таким успехом можно скоро уже все вокруг закрывать, и я даже не знаю, что там в игре останется-то. Все, что требует скилла и обучения, уже все закрывается, остается только фугасами в силуэт стрелять и все. На мой взгляд, что-то картошка постепенно движется все больше и больше не в ту сторону. Причем это уже говорят ей все практически игроки. Ну, может, не все, но очень много кто говорит, что картошечка, куда ты катишься? Катись в другую сторону, вот туда. Картошечка, нет, не хочу. Вот тут глубже, я хочу сюда катиться. Обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях, что вы про это все думаете. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.